22. 17:32. Сейчас готовлюсь к бою за звание чемпиона России. Денис, который будет проходить в Крокус-Сити 21 июня против Дениса Бахтова. Бой будет проводиться в рамках основного боя между Рахимом Чукиевым и Володарчиком за титул WBC чемпиона мира. Все то, что я могу противопоставить Денису Бахтову, это свою функциональную выносливость. Вот. И, я думаю, количество ударов, потому что количество перейдет в качество. Я помоложе Дениса, пока чуть-чуть поздоровей, вот, но сильно уступаю Денису в мастерстве и в опыте. Поход, ритм, ноги, все это чушь собачья. В чечетке главный кураж. Вот чувствуешь, ты можешь бить чечетку, и все тут. Поэтому вот сейчас мы с тренерами готовим, в прежде очередь, это функциональную подготовку. Я тренирую в боксерском клубе «Октябрь», это на метро Кропоткинская, в здании бывшего завода «Красный Октябрь». У нас там тренируются не профессионалы, отнюдь не спортсмены. Это клуб, конечно, нельзя назвать фитнес-клубом, вот, но и нельзя назвать его боксерским клубом. Это боксерский зал для белых воротничков, так называемых. Но готовиться там к серьезным боям, в общем-то, невозможно. Нету спарринг-партнеров, нету тренеров, нету даже ребят, которые бы профессионально нормально держали лапы. То есть там просто, грубо говоря, такой аттракцион, так называемый бокс. Вот, поэтому готовлюсь здесь, в Бауманке. Вот, с этим залом у меня связано очень много приятных воспоминаний, ощущений. Когда я только-только начинал заниматься боксом, еще в 18 лет, когда начал, ну, поступил в институт, Тимирязевскую академию. Вот, у нас была там кафедра бокса. Вот, здесь проводились очень много соревнований, в том числе открытые ринги. Вот, здесь были и победы, и горечь поражений, но тем не менее ощущения и воспоминания очень приятно связаны с этим залом. Попенченко его строил наш известный боксер, лучший боксер, наверное, даже в Советском Союзе. Здесь также тренировались и Киселев, и Баранников. Вот. Все-таки энергетика, наверное, здесь в этом плане сильно положительная. Поэтому я стараюсь черпать их силы, их опыт, возможно, может быть, передастся. Вот. Мелочи не бывает в подготовке. Я думаю, это сыграет определенную роль положительную. На третий профессиональный бой такая выпала возможность стать чемпионом России. Вот, и упускать эту возможность нельзя. Вот, приложу максимум усилий для того, чтобы победить Дениса Бахтова. Причем я отлично понимаю, что побеждать мне нужно уверенно, потому что Денис Бахтов – это известный российский боксер. Вот, даже если предположить то, что будет ровный бой, вот, то, естественно, Денису отдадут победу. Поэтому мне нужно приложить максимум усилий, чтобы, ну, хотя бы на голову выше быть Дениса Бахтова в этом бою. Буду бить аккуратно, но сильно.
в любительской своей карьере я провел всего 64 боя. Вот, начал заниматься в Институте природоустройства, занимался у Малинина Анатолия Николаевича, потом у Золкина Александра Викторовича. И уже под конец занимался здесь с Алексеем Николаевичем Степановым. Вот, выполнил мастер спорта и перешел. Ну, так получилось, мне предложили профессиональный бокс. Вот, естественно, я это возможность не упустил, постарался сделать. Ну, то есть осуществить свою мечту, по большому счету, потому что, ну, в любительском боксе уже все стоит на своих местах достаточно долго. Вот, команды сборные уже собраны давным-давно на несколько поколений вперед. Поэтому прекрасно понимал, что только профи.